где-то в далекое прошлое, а точнее 31.08.2019, на одном участке размером в 3 сотки был запрятан кусок ценной породы. В 2020 году без этой породы ничего нельзя сделать. И поэтому бородомастер отправляется на поиски этой ценной породы. Несмотря на кровь и усталость, он должен добыть этот кусок вселенной. Прошло 2 недели, и вот наконец-то найдена порода. А это значит, мир будет существовать. Так, первая деталька, долго прокопошился с ней, не знаю, наверное, часа полтора. Железо толстостенное, еще какое-то типа закаленное, что ли. В общем, просверлил, сделал все, что хотел, продолжаю дальше. Беру винт от старых тисков. Винт, конечно, жалко, но рабочую основную часть я не тронул, если вдруг можно собрать тиски обратно. Ну а теперь беру пластину толщиной в 1 сантиметр, на металлоломе приобрел, очень крутая штука, как увидел, сразу взял. Очень важно здесь было попасть именно центр в центр, то есть центр у них должен быть одинаковый, то есть никакого смещения вообще не должно быть. Если будет смещение, все не будет работать, будет все криво, все косо, в общем, это было очень важный момент. Одна запчастюга уже готова, это вот такой вот механизм с гайкой от тисков и в виде П сваренные пластины в 1 сантиметр. Сейчас я займусь закалкой металла,
насколько знаю, так и сделаю. То есть я накаливаю свое железо, свой металл, сталь свою 45-й марки до розового цвета, потом опускаю в масло. И так несколько раз. Тепловизор на твоем смартфоне – это реально. Профессиональный прибор – тепловизор SIG Thermal. На примере автомобиля можно увидеть, как работает тепловизор. С помощью тепловизора можно посмотреть, насколько хорошо утеплен ваш дом. Вещь реально нужная, ссылку оставлю в описании, а также промокод со скидкой в 10%. Ролики изготовлены из самых дешевых подшипников китайских. Один подшипник стоит 85 рублей, таких 6 штук, то есть чуть получается 8 на 6. Трудно с математикой, короче, вот столько. Так, теперь весь механизм полностью готов, все до мельчайшей подробности, до мельчайшей детальки. Теперь беру швеллер и уголки 35-й толщины. Все закончил, сейчас покрашу, это показывать вам не буду, вам это незачем. Подожду, пока высохнет. В общем, вернемся к этому всему завтра. Many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive. Getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Thank you.
Нахер мне все это надо, блядь, вообще? Творю, блядь, какую-то херь постоянно. Нравится ли вообще оно, нет? Можно было бы делать просто. Ничего не делать и... Чтоб просмотры такого же не бывает. Ну, сейчас опять замолчу какую-то хрень. Ну, как бы мне кайфово, конечно. Что, записывает, что ли? Ага. Так, сначала надо все подготовить. Лопата есть? Лопата есть. Так, сначала надо эту хрень запрятать. Сейчас буду прятать. Надо пройти так, чтобы не было следов. Мол, типа я здесь еще не ходил. Что, записывала? Так, ну что, все готово. Погнали.